пишем любви. Но сегодня ты не скажешь ты. Зачем тогда сжигаешь мосты? Эти мосты, если будешь снова строить ли? Всем привет, с вами Лили. Сегодня мы с моей мамой снимаем видео для степи Яндекс.Музыки к 8 марта. Привет. Причина, по которой мы делаем это онлайн, потому что моя мамочка иностранка, живет в Америке. Итак, мама, я вам задаю первый вопрос. Поехали? Угу. Когда вы поняли, что у меня действительно есть потенциал в музыке? Я это поняла, когда у меня исчерпался потенциал отговаривать тебя от этого занятия. Она реально уже устала. Я поняла, что это абсолютно бесполезно, потому что ты же жила в своем мире, особенно когда случился коронавирус. Вот да. Эти 2 месяца, когда мы сидели дома, и ты все время 24/7 сидела в своей комнате и пела в микрофон, я тогда уже однозначно понимаю, что все. Вот помогать детям — это просто не мешать им делать то, что они хотят. Я усвоила это правило с тобой. Какой у меня вопрос? Какое у тебя самое любимое, приятное воспоминание обо мне? Вы же работали всегда, утренние передачи вели? У вас еще была короткая прическа, и вот так: «Доброе утро, страна!» И я садилась, все накладывала, включала телевизор и смотрела на вас. Наверное, это... Я хочу плакать. Не надо. Просто классно было. Я всегда вами восхищалась. И, наверное, смотря на вас, я точно была уверена, что буду заниматься тем, чем занимаюсь. Мам, обижала ли я вас когда-нибудь, сама того не знаю? Конечно, индиал тамбала, адам дринч талама. Мне самое главное для меня, дочь, чтобы ты не обижала себя. Вот тогда ты меня обидишь, если будешь обижать себя. Хорошо. Пока этого не происходило. Я не буду вас обижать и себя тоже. А у меня, дочь, в свою очередь, такой вопрос. Насколько тебе важна была моя поддержка? Я думаю, когда я вам сказала, я, наверное, брошу, сказала, я уже не могу, наверное, вы были правы, наверное, мне не нужно этим заниматься. И вы тогда сделали, я не буду озвучивать, что, и сказали: нет, иди, начала уже поздно разворачиваться, иди. Поэтому невероятно важно было это. Если бы вы тогда так не поступили, я, возможно, бы и перестала заниматься. Теперь я буду плакать. Мы однажды переехали в Свечки в Астане, да? И поставили там караоке-систему. Мама пошла в ванну. Я вышла раньше и что-то начала копаться в каталоге. И включила песню... Да. А, да. Как там пела? «Пусть мама услышит, пусть мама поймет». Я сидела вот так, пела эту песню перед телевизором. И в какой-то момент чувствую, как мама подходит, она плачет, подходит, обнимает меня. Я просто сидела, пела, и я тоже давай плакать. Это что, это где-то 2-й класс был. В Яндекс.Музыке есть плейлист, который называется «Она туралы казахшандер», где вы можете послушать прекрасные, добрые, теплые песни о наших прекрасных мамах. Я помню, что в детстве снималась с вами для ваших интервью, и теперь вы снялись для моего. Это классно. Играй со мной, пойми, I'm not for fun. Get up, get up, get up, get up, not for fun. Get up, get up, get up, get up, not for fun. Всем привет, я Индира Едильбаева. Это моя мама, красавица. Мы сегодня отвечаем друг другу на вопросы. Какая моя песня тебе нравится больше всего и почему? Аккус, Арманкус. Кавер на песню Арманкус, группы Орда. Песня вроде старая, но Индира спела эту песню, и эта песня вроде приобрела свой новый новое ритм. Дыхание, да? Новое дыхание. Ну да, она стала такая свеженькая. Давай следующий вопрос. Какое твое любимое воспоминание, связанное со мной? Мне много воспоминаний, связанных с тобой. Очень классные воспоминания с мамой, когда мы дома убирались и слушали кассету Мэрайи Кэри. Если на магнитофоне включалась кассета Мэрайи Кэри, значит, мы сегодня будем убираться. И еще Аллы Пугачевой такие хорошие кассеты были. У нас с мамой очень много таких прям общих
песен, потому что мама всегда была в тренде, и она там слушала Джастина Тимберлейка, и еще да, там, и сейчас у нее Уикенд. Слушала прям. Да, и действительно, музыка в нашей жизни имеет огромное влияние в нашей семье с мамой. Так, теперь мой вопрос, да. Когда ты поняла, что у меня действительно есть потенциал в музыке? Это, конечно, это все в школе началось. Ты пела, я смотрела, я думала, вот у нее хобби. Нет, она закончит и школу, в институт поступит, потом опять переучиться станет. Я думала, это хобби. Нет, но оказалось, что это не хобби. Это как сейчас я думаю, что это профессия. Призвание. Призвание. Это, я думаю, ты должна дальше петь. Несколько лет назад мне мама сказала: «Индира, у тебя уже нет пути назад, это уже твоя профессия, и ты теперь всю жизнь будешь певицей, поэтому занимайся только этим». Работа, это работа, зарабатываешь, значит, на этом. Вдохновлялась ли ты когда-либо мной? Конечно. Да, расскажи. Ну, ты же вообще в целом ролл-модел для меня. Потому что спасибо. Очень сильная личность, которая никогда не сдавалась, через такие трудности проходила, но при этом заменила мне всех, и отца, и брата, и сестру. Кем я являюсь, то это все твоя заслуга, потому что я действительно смотрела на тебя и хотела быть такой же сильной, как ты. Вот. Поэтому... Спасибо большое. Вот, Индира, вот и что я хочу сейчас сказать, да, вот действительно, ты у меня трудоголик, очень ответственная. Вот поэтому ты сейчас вот в сегодняшнем уровне, ты находишься... Бокал, тяните бокал. Варя, я как замуж вышла, мы давно так не разговаривали. Яндекс, музыка, да, что я хочу сказать? Вообще вот музыка, музыка всегда людям помогает. Почему они радостные, почему они позитивные, хорошие? Потому что музыку любят люди все. Твоя сейчас вот задача – хорошие песни петь. И радовать вот, людей. Да, радовать людей. Это же радость. Поэтому вот, слушайте тебе музыку. Тебе желаю, Индира, дальше творческих успехов. Спасибо большое. Delicious, кулағымды for delicious. Бізде ақша ішіз, бұл қазақша бизнес. My body, iconic, X-ым панасай. Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Сеймо, және де менің жанымда менің мамам есімі Құралай. Сәлем. Бүгін біз мамам екеміз арнайы степ және де Яндекс музыка үшін сұрақтарға жауап беріп, сұхбат беретін боламыз. Бізде бірінші сұрақ. Саған менің қай әнім қатты ұнайды? Қаттырақ ұнайды басқаларына қарағанда, және де не үшін? Сенің Назима екеуінің орындайтын «Не говори» ұнайды маған қатты. Сенің рэп оқығаның ұнайды. Сол, білмеймін, енді осы өлең маған негізі қатты ұнайды. Осы өлеңді? Достар, менің әндерімді Яндекс музыкадағы Қазақстан әйелдер дауысы атты плейлиста тыңдасаңыздар болады. Өзіме де осы әуен жүрегіме жақын болып келеді, сондықтан мен анамды түсінем. Не үшін ол өлең екен? Сенің менен жасырған құпияң бар ма? Менде бір құпия бар. Қой. Мен деген университетте оқыған кезде, ұялатырым, бірінші курста менде Nokia болды, университетте, Алматыда, сосын деген, 2014 жылы ғой, жұмыс істеп жүрген жоқ, студенттік кезім, мен мамаға өтірік айттым, құпияма, білмей, мен алдадым да, мен айттым, маған деген университетке ақша керек деген. Ал негізінде мен деген 50 мың теңгеге айфон тауып алдым да. Россиядан жібереді екен, 50 мың теңгеге айфон тауып алдым. Сосын деген соған 50 мың теңге керек. Сосын мен мамаға айтам, мам, бізде деген сессияға өткізбейміз деп жатыр, 50 мың сұрап жатыр деп. Есімде, есімде. Уже сияла тұрмын.
Сон деген, мамадан сұрап алдым да, бірақ жүрегім қатты ауырды, бірақ та бір шетінен успокаивала то, что мен айфонмен жүресім. Я инстаграмға кірем, сестраммен барып, бір банкоматқа барып, сол ақшаны салдық. Сол ақшаны салғаннан кейін мен ештеңе алған жоқ. Айфон жоқ, дым жоқ. Сонда сендер алданып тұрсыңдар ма? Мен алданып тұрмын ғой. 50 мың де жоқ, айфон да жоқ. Сондай құпия болған. Вот енді осы Яндекс музыка мен степ бағдарламасында айттым осы. Ал айттым, призналась, кішкене легче стало, жеңілдеп қалдым. Рахмет сіздерге. Сол, осымен достар, біздің сұрақтарымыз бітті. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Мам, саған ұнады ма? Е, ұнады. Соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет айтамыз. Мама екеуміз сіздерге ұнады деген ойдамыз. Пока-пока.